Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новый выпуск тележурнала «Кузбасский ковчег». Меня зовут Юлия Ланская. Смотрите сегодня в программе. Рождество Пресвятой Богородицы. Глава митрополии встретил 210-й праздник в Знаменском соборе. «Свет души» – персональная художественная выставка иерея Дмитрия Петракова состоялась в Кемерове. «Да по силам дается ноша» – великий праздник воздвижения креста Господня встретили православные христиане. «Защитник и добытчик» – мастер-класс по стрельбе мальчишкам из детского лагеря в Тюльберском городке провели православные ратники. «21 сентября православные христиане встретили Рождество Пресвятой Богородицы. В главном храме Кузбасса прошло праздничное богослужение. Совершил его митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх. На малом входе владыка Аристарх вручил благочинному архиерейских богослужений настоятелю храма Архангела Михаила в деревне Сухово протоиерею Виталию Макарову внеочередную богослужебную награду – право ношения наперстного креста с украшениями. Указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла, настоящим во внимание к трудам по строительству храма архистратига Михаила деревни Сухово города Кемерово, удостоит настоятеля означенного храма протоиерея Виталия Алексеевича Макарова 1977 года рождения право ношения наперстного креста с украшениями. Аксиос. На день Рождества Пресвятой Богородицы осень вступает в свои права. Наступают холода и начинаются первые заморозки. И этот день открывает в нынешнем году церковное новолетие, череду праздников. О жизни Девы Марии мы узнали из апокрифов, что родилась она в семье уже немолодых супругов Иоакима и Анны. Бездетность в ветхозаветном Израиле считалась проклятием, и однажды священник запретил Иоакиму принести жертву в храме. И тогда Иоаким отправился в пустыню и постился и молился 40 дней и 40 ночей. А жена его, Анна, молилась в это время о неспослании им ребенка. В одно и то же время к будущим родителям Марии явился ангел и сообщил весть, что появится у них на свет дитя, которому знает весь мир. Обрадовавшись такому известию, родители дали обет посвятить ребенка Богу и в возрасте 3 лет отдали Марию на воспитание в Иерусалимский храм до совершеннолетия. Такова история рождения Богородицы. В окончании литургии архиерей возглавил славление у иконы Рождества Пресвятой Богородицы.
Завершив богослужение, митрополит Аристарх вручил медаль за служение Русской Православной Церкви в Кузбассе третьей степени церковному благотворителю Виталию Поликарпову. В Кузбасском центре искусств с 7 по 24 сентября проходила персональная художественная выставка члена регионального отделения Союза художников России, штатного клирика Знаменского кафедрального собора Кемерово и иерея Дмитрия Петракова. Когда ты понимаешь, что автор этих картин – священнослужитель, ты по-другому смотришь на пейзажи. Ты по-другому это оцениваешь, не только красоту любимого края, но ты задумываешься действительно о душе. Полотна отца Дмитрия полны тихой радости, покоя и света, очень реалистичны. Он пишет пейзажи, портреты, натюрморты, иконы. Талант художника проявился еще в детстве, но настоящая тяга к рисованию случилась, когда Дмитрий начал посещать храм. И уже будучи подростком, 15 лет пошел учиться в художественную школу, где освоил программу за 2 года. А вместо художественного училища Дмитрию пришлось год отучиться в Нижегородском сельскохозяйственном аграрном университете. После он поступил в Новокузнецкую православную духовную семинарию. На втором курсе ему дали задание написать портрет епископа Амбросия в подарок ко Дню Ангела. Но пришлось писать по фото и по памяти. Портрет так понравился владыке, что семинарист Дмитрий Петраков получил кабинет под личную художественную мастерскую. Выставка очень теплая, очень светлая, душевная. Свет души, так она и называется. Я был у вас на выставке, когда она проходила в епархии. Мне очень понравилось. Вот сегодня я вижу побольше здесь картин, здесь побольше места. Вот, и получилось, в общем-то, замечательно. Спасибо вам огромное за вашу работу, за вашу светлую душу, за то, что вы этот свет несете всем нам. Очень рад тому, что в штате Знаменского кафедрального собора есть такой талантливый человек, который может выражать красоту Божьего мира, в том числе и в таких замечательных произведениях. По случаю сегодняшнего события глава Кузбасской митрополии направил свое слово приветствия, и мне хотелось бы его огласить. Дорогой отец Дмитрий, уважаемые организаторы и участники выставки «Свет души», пусть всемилостивый Господь дарует всем вам свою помощь в вашем многополезном служении во благо культурного процветания нашего богохранимого Отечества. Будьте счастливы и благополучны. Спаси и сохрани вас Господь. Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии. Это не первая выставка 37-летнего художника. Его работы выставлялись в Прокопьевске, Новокузнецке, Топках, Белово и, конечно, в Кемерово. А написанные им иконы можно увидеть во многих храмах Кузбасса. Так, по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, он выполнил роспись алтарной части семинарского храма святых апостолов Петра и Павла. Посетители выставки смогли увидеть 50 работ художника. На полотнах живописная горная Шория, Алтай, святые места. Портреты священнослужителей. На этом изображен протоиерей Алексей Курлюта, глава многочисленной династии священнослужителей. Автопортрет. Семья. Жена Олеся, слева старший сын Даниил, справа Антон. Есть еще младший сын Илья и дочь Елизавета, но их портретов пока нет. Не так давно отец Дмитрий написал икону Рождества Иоанна Предтечи для одноименного собора города Прокопьевска. Когда он был клириком этого собора, то написал 3 иконы для иконостаса – Иисуса Христа, Божьей Матери и Николая Чудотворца. А 4-ю икону написать не случилось. И вот спустя несколько лет новый настоятель обратился с просьбой к отцу Дмитрию о написании 4-й иконы. После освящения митрополитом Кемеровским и Прокопьевским аристархом, она займет пустующее место на иконостасе. Не могу определиться, что больше нравится мне. И природа завораживает своей красотой, душой, и человек, который имеет свой характер, харизму. Каждый человек – это целая вселенная. И вот если удается на холсте передать с помощью красок характер, его темперамент, или пейзаж, и с помощью пейзажа передать какие-то мысли, философию. Это, мне кажется, самая лучшая удача для художника. Вот это, в принципе, меня вдохновляет, впечатляет. Что ж, выставка закрылась. На ней побывало немало кемеровчан. Ждем новых работ и обязательно расскажем и покажем, что вдохновило иерея Дмитрия Петракова на новые полотна, на которые художник не только кладет краску слой за слоем, но и вкладывает в них душу. Thank you.
канун праздника Воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня 26 сентября в главном храме Кемерово состоялось всенощное бдение. Совершил его в сослужении соборного духовенства настоятель храма протоиерей Александр Гусаков. Этот праздник посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос. Во время правления Константина Великого в 326 году крест, на котором принял свою земную смерть Сын Божий, был найден. Император решил воздвигнуть на Голгофе храм и, исполняя волю правителя, его мать Елена отправилась в Иерусалим, где на горе, глубоко зарытым в землю, обнаружила святыню. В тот же самый день свершилось чудо. Усопший, которую приложили ко кресту, ожил и поднялся из гроба. И молва об этом быстро разнеслась по округе. И верующие рекой потекли на Голгофу. Тогда патриарх Макарий воздвигнул крест высоко, дабы виден он был всем пришедшим. С тех пор это событие стало отмечаться православной церковью как великий праздник. Прочитанных на вечерне, говорилось о том, как Моисей во время странствования с евреями по пустыне очистил непригодную для питья воду, опустив в нее кусочек древа, как прообраз животворящего креста. По завершении первой части всенощной и литии были благословлены хлеба, пшеница, вино и елей. После каждения храма на утренней его настоятель протоиерей Александр Гусаков прочитал отрывок из Евангелия, в котором говорится, что вознесение Христа на крест стало для него вознесением на небо. Рече Господь, очи прославь. Во время великого словословия состоялся вынос и чин воздвижения Чеснага креста. Первое воздвижение священнослужитель, возложив крест на голову, совершает на восток, второе на запад, затем на юг и север. Пятое воздвижение вновь совершается на восток. Этот обряд напоминает верующим об обретении животворящего креста на горе Голгофе и воздвижении его патриархом Макарием и царицей Еленой. А также к этому дню приурочено еще одно событие – второе обретение животворящего креста. В 614 году персы захватили Иерусалим и вместе с сокровищами похитили реликвию, и лишь при греческом императоре Ираклии он был возвращен на святую землю. На божественной литургии настоятель Знаменского собора произнес для прихожан проповедь, в которой рассказал об истории праздника и спасительной силе креста. Сегодняшнее событие, которое воспоминает этот исторический факт, оно является не только эпизодом истории, проникает в жизнь каждого православного христианина глубинно и личностно. Поскольку по слову Евангелия каждый из нас с вами призван нести тот крест Христов, который Христос определил для спасения каждого из нас. И нет ни одного человека, который не имел бы изъяна, который не имел бы греха. И наша с вами задача, дорогие братья и сестры, взирая сегодня на древо креста Господня, на распятого Христа, понимать, что это проявление великой божественной любви, которую Господь явил по отношению к каждому человеку. Ибо так возлюбил Бог человека, что послал Сына Своего Единородного, чтобы каждый по завершении богослужения все пришедшие во храм могли приложиться к кресту. Музей-заповедник «Тюльберский городок» – когда-то очень популярное место для отдыха, открыт 20 лет назад. Уникален тем, что здесь сохранилось средневековое городище X-XII веков с валом, рвом, культовым жертвенником и остатками жилых построек и мастерских, проживавших здесь тюркоязычных тюльберов. Вот Тюльберский городок стал таким, знаете, местом, где студенты
работали, проводили раскопки, полевая жизнь, где они тесно общались, где они как бы просвещались. Все-таки история, она лучше, когда на практике, а не просто в теории изучать ее. Плюс сюда очень множество молодежных коллективов приезжало, туристических, братство православных следопытов, братство православных ратников, вот мы сюда приходим. Здесь очень такое место большое, очень длинное плеса, где можно ходить под парусами на яхточках. Я сюда первый раз приехал, наверное, в 2005 году, и с тех пор, вот сколько лет уже прошло, много лет, почти 20 лет, а с тех пор я вот занимаюсь ребятишками. У меня жизнь на приходе, конечно, изменилась. Ведь занимаясь детьми, ты же привлекаешь еще родителей, они же тоже тебе благодарны. Это же тоже очень все так завязывается, эта каша. Эта каша, она всегда приносит потом свои плоды. Сейчас здесь регулярно проходят детские палаточные лагеря. В конце лета на смену к детям сотрудников МЧС приехало братство православных ратников. Участникам детского туристического слета Тюльберского городка прекрасный ура! Личные! Ура! 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 Мы каждый год с ребятами ходим крестный ход сплав от истока реки Томь, от начала его на территории нашей Кемеровской области, на границе с Хакасией и до границы с Томской областью. Колонку. Мы сейчас вам покажем небольшой, ну как ее назвать, сценку, номер, коротенький. Мальчишки наши выступят перед вами, покажут искусство владения оружием холодным, шашкой. На горе стоял казак, он о Богу молился, за свободу, за народ, а резко поголодился. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, а ты не беспокойся. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, а ты не беспокойся. Братство православных ратников существует уже 17 лет при храме Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского района. Основатель – настоятель храма протоиерей Даниил Голоднов. Вместе с единомышленниками занимаются с мальчишками военной патриотической подготовкой. В братстве выросли и сыновья отца Даниила. Ребята занимаются хоккеем с шайбой, ходят по Томи крестным сплавом, осваивают холодное огнестрельное оружие, ходят в походы и совершают паломнические поездки. В этот раз мальчишек из летнего лагеря они познакомили с оружием. Мужчина – это прежде всего защитник. Вторая задача мужчины, помимо того, что он является воином и защитником, он является добытчиком, охотником. Если мужчина не может найти для себя пропитание, опять, зачем он туда нужен? И третья функция каждого мужчины, братья, он является посредником между Богом и всей своей семьей. Каждый мужчина является, по сути, священником. Запомните, первое правило общения с оружием, самое первое. Оружие надо всегда относиться с уважением. Всегда. Что это значит? Это значит... Оружие должно быть в чистоте. Его нельзя никуда, никогда бросить и уйти. Второе правило. Оружие всегда заряжено. И взял оружие, смотри. То есть ты взял, если оружие, ты должен его смотреть. Но может раз стрелян, ты не заряжен. Оружие вверх. Никогда палец на спусковой крючок не кладешь. Все. Все. Теперь ты нормально получился. Все, теперь иди на стрельбище. Большой сюжет вы можете посмотреть на сайте Кузбасской митрополии, а также на нашем YouTube-канале. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.